Сегодня разомнем ключевой пояс после вчерашней тренировки, чтобы немного разогнать кровь. Сделаем на кроссовере. Тренировка должна занять вся 5 минут. Берем гантели по 5 кг в качестве добивки. Ставим 90 кг. На 30-ка. Встанем 50 кг. Цепляемся к нижнему глобу. Бицурку поделаем. Ну и прессик 50 раз на всякий случай. Thank you.
делаем таких три подхода. И в конце я сейчас делаю третий подход. Обязательно сделаем растяжку. Немного растянем связки. Ну вот так, в принципе, 10 минут тренировки. Очень хорошо. Все, спасибо всем, пока.